Леонида, да. Ты мне скажи, как человек, ты же все знаешь. Ну, почти что. Кто стал президент России? Путин. Владимир Путин, КГБшник. Когда генерал Алиевич поехал в Москву, он его с таким хорметом встретил. Стол накрыли специально для генерала Алиевича, в Кремле ремонт сделали. Все обои поменяли всем. И потом, значит, Путин начал показывать Кремль генерала Алиевича. А генерал Алиевич ему говорит, ты кому Кремль показываешь, а? Я здесь 10 лет отработал, а? Ты лучше Кремль, говорит, Кочаряну покажи. Он кроме Степанакерской бани ничего не видел. А когда уже генерал Алиевич уезжал в Баку, Путин его в аэропорту провожал, и вдруг Путин говорит ему человеческим голосом. Ах, цаглама, да, дядя, ну? Говорит ему, урбан хором сидя, Эйдар баба, мы ваш старший, да? Изди, да ладно, старший, да? Путин полковник, и Эйдар баба же генерал.